Квартирный вопрос, пожалуй, один из самых актуальных. О собственном жилье мечтает каждый человек, независимо от возраста и достатка. Зачастую эту мечту превращают в реальность сами люди посредством кредитов, займов или с помощью собственных многолетних накоплений. В настоящее время в качестве помощника в городе Кузнецке выступает компания МВБ, которая предлагает выгодные условия всем потенциальным покупателям. В наших материалах мы подробно расскажем об условиях приобретения жилья в компании МВБ и о счастливых обладателях новеньких квартир, приобретенных с участием компании МВБ. Участник Великой Отечественной войны Николай Григорьевич Никитин совсем недавно отметил новоселье. Вместе с супругой фронтовик переехал в светлую двухкомнатную квартиру в новостройке по улице Правды, 23. Получив государственный сертификат, Николай Григорьевич выбрал компанию МВБ, которая на выгодных для покупателя условиях занимается продажей жилья. Дом, который выбрал Николай Григорьевич, уже был сдан в эксплуатацию. Компания МВБ подготовила документы для оформления квартир в собственность. Только договор купли-продажи готовой квартиры со свидетельством о регистрации – верный путь к счастливому новоселью. И это главное, но не единственное преимущество выбранной им квартиры. 21 мая получил я сертификат. Компания оформилась все бесплатно. Совершенно бесплатно по оформлению всех документов с ветераном занимался представитель компании МВБ. Компания произвела полную отделку жилья для ветерана. Удобство месторасположения новостройки уже оценил новосел. Здесь сейчас поликлиника рядом, аптеки рядом, магазины рядом. Ну и базар, и автовокзал, все. Очень уютная, хотя и небольшая квартира. За эту квартиру невелика и плата за коммунальные услуги. Здесь меньше уборки. И главное, доступная ее цена. Компактная отдельная квартира для своей семьи гораздо удобнее жилья большей площади, но с многочисленными родственниками. Контактные телефоны компании МВБ 7-87-00, 8-927-363-92-45, 8-937-434-03-83.